I think our main mistake was that we underestimated the cruelty of the regime. Не выбирала, получается, эту жизнь, в которой сейчас я живу, но все, что я делала год назад. Весь ресурс, который у меня есть, я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного суверенного независимого государства впервые за многовековую историю. There is no beautiful pictures of beautiful demonstrations on the streets, but these changes are going on, and we don't know what event can break the situation. What will cause these changes? As I say, Soviet Union collapsed in 6 days. Каждый раз, когда случайно вижу видео с тех времен, свои видео, чужие видео, мне очень сложно скрывать ту боль, которую я испытываю. Я часто плачу, если вспоминаю об этом. И это часть меня, часть моей жизни, которая никогда меня не покинет. The biggest stories, the moment they happen from around the globe. Subscribe to Bloomberg Quick Take now for insight in an instant.